После хаоса в районе пролива Ла-Манш с французской стороны в порту английского Дувра повышен уровень безопасности. Британские власти намерены принять экстренные меры для того, чтобы не допустить притока мигрантов в Соединенное Королевство. Для этого на юго-восток страны и во Францию будут направлены дополнительные силы. Об этом заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступая в британском парламенте. Мы рассматривали вопрос, где мы можем разместить дополнительный персонал, и пришли к выводу, что с этой стороны пролива могут помочь команды кинологов. А также ясно, что предстоит еще много сделать с точки зрения защиты. Мы должны работать тесным образом с французской стороной, и сейчас нет смысла обвинять друг друга. В настоящий момент у нас прекрасное сотрудничество на местах, и следует поддерживать его на этом уровне. Накануне в связи с забастовкой в Кале сотрудников судоходной компании было прервано сообщение между Францией и Британией, в том числе закрыт евротуннель под Ла-Маншем. У порта, а также на автотрассе возникли огромные пробки, и этим воспользовались сотни беженцев, давно пытающихся перебраться на британские острова. Французская полиция приложила все усилия, чтобы перехватить мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока.